одним бой получился эффектным. Как ваше впечатление? Впечатление, акайская бокса у меня всегда шикарная. В целом, я поменял вид спорта и ни о чем не жалею. Это очень красочный, яркий и жесткий в меру вид спорта. Я ж доволен остался. Независимо от результата, было поражение, которое важнее победы. Я считаю, что это одно из них. Я знаю, над чем мне нужно работать, какие минусы я должен закрыть и что добавить. В целом я старался, честно скажу. Колени, знаешь, опасные, но сейчас ни одно не дошло до цели. Я думаю, это тоже повлияло на то, что я смог хороший бой дать. Я считаю, что я очень хороший бой дал. Ну, в целом Максим приятный, воспитанный парень. Хороший оппонент, почаще бы таких бойцов и в целом таких соперников. Я всем доволен. Хочу огромное спасибо передать своему клубу, организатору клуба Жанабаю Булатовичу, своему тренеру Максиму Григорьевичу, Ракифу Александру Владимировичу. И огромное спасибо организатору Максиму. Огромное уважение и благодарность за предоставленную возможность выступать здесь. По поводу вашего противника, видно было, что он полон энергии вплоть до последнего боя. Были ли у вас подобные вообще оппоненты? Были, конечно. У меня карьера очень большая. Я боксирую на протяжении 10 лет. И встречались гораздо жестче. Но я не скажу, это уже идет к Максиму просто. Он очень хороший боец. Встречались хорошие бойцы. Как бы. Всегда встречается какой-то человек, который сильнее тебя и кого-то будущего. Да, ко мне даже подходили фоткаться, оказывается, здесь есть люди из Санкт-Петербурга. Они за меня болели, кричали, я слышал, было очень приятно. Вам очень большое спасибо вам за этот красивый бой. Спасибо организаторам.